Бжедуги, темиргойцы, шапсуги, абадзехи, убыхи, беслинеевцы, кабардинцы, дети одной земли. Все одного адыгского корня. Они чтили и сохраняли обряды, обычаи и традиции своего народа из поколения в поколение. XVIII века было отдалычество, когда ребенка до совершеннолетия отдавали в другую семью на воспитание. Сразу после рождения ребенок из княжеской или дворянской семьи отдавался на воспитание приемному отцу, отдалыку, у которого он находился до совершеннолетия. Возвращение воспитанника домой сопровождалось многодневным праздником. Атылык получал богатые дары, и отныне между обеими семьями устанавливались родственные связи, считавшиеся крепче кровных уз. Ваш род Хаджимуковых – один из самых древних родов Бжедуги. Княжеский тютюн носим не со вчерашнего дня, князь Шарындук. Благодарю Аллаха за подаренную нам благодатную жизнь. Готовится во дворе великого князя. Вон как курятся темно-серыми дымками плетеные из тонкой лозы печные трубы анджи. Какой запах вареного мяса и жареных лепешек до острых приправ стоит по всей округе. Это наш великий князь Ансав Хаджимуков готовится к встрече с сыном Алкеса. Откуда он едет, отец? И почему его так по-праздничному встречают? Сын мой, родительская всепрощающая любовь – плохой союзник для мальчика, который должен стать сильным мужчиной и храбрым воином. Вот и великий князь Шапсуги Кансав Хаджимуков 18 лет назад отдал своего сына Алкеса в семью Агор-Ширитлукова. Этот обычай сын называется отолычество. Везут! Везут Алкеса! Алкеса везут! Сын, беги, сообщи первым князю радостную весть. Да не забудь сказать, чей ты.
Тогда князь щедро наградит тебя за добрую весть. Бежи. Едут без Уталкеса, Зевс хан. Да будешь ты настоящим мужчиной, приносящим радость в дом. Ты чей? Я сын старшего Байколя Мирзабеча. Дайте выбрать сыну Мирзабеча, жреца, какого он захочет из моего табуна. Велите сшить ему черкеску и сплести хорошую плетку. Пусть все, кто может деть ногу в стремя, встречают на конях моих гостей. Пусть музыканты и танцоры не жалеют себя. Пусть мой праздник станет праздником и для друзей, и для недругов моих. Аллах, прими все, что я сказал, как доброе слово, и помоги мне. Будь милостив ко мне, о великий Аллах. Расскажу, великий князь, конца. За 18 лет сына видел только 2 раза. Первый раз, когда Шеветлукова обрили Алкесу голову. А второй раз, когда мальчишка только ходить начал. И за 18 лет он 2 раза увидел и почти даже не рассмотрел ребенка. Да и сама-то великая княгиня Тлетанея видела ребенка лишь несколько раз. За ним ухаживала кормилица. А когда ему исполнился 1 месяц и 7 дней, его отвезли в Шеветлуково. Шеветлуково. Ты счастливый человек, Консал. Посмотри, какой красавец едет. Ну да, он рядом с Нага. Конечно же, это Талкес. Слева от Аталыка Нага, как требует обычай. Ах, какой джигит! Как красиво сидит он в седле. И статью, и взглядом, и обличием тебя пошел. Двинулся бы князь Консав опрометью. Поглядел бы на этого красавца, на сына. Но не смеет поддаваться соблазну князь Консав. Не показывает себя слабым ни в горе, ни в радости. Ведь ты великий князь. Как празднично сверкают шитые золотом сафьяновые чувяки на его ногах, сверкают серебряными наконечниками газыри. Достойно покоится у пояса кинжал дорогой работы. Князь Консава, ты как будто даже помолодел. Как восхищенно все смотрят на Алкеса. Какой под ним великолепный конь. Как Алкес уверенно ведет горячего скакуна. А девушки, они с него глаз не сводят. Иди, князь, встречай сына богатыря. Встречай гостей. Разве ты забыл, князь Консава, адыгские обычаи? Как забыть, Зевсхан? Поэтому пропускаю уважаемого князя Шарандука. Спасибо. Как старший, я должен предостеречь тебя от ошибки. Сегодня твой праздник. Ты встречаешь своего сына. И поэтому должен идти впереди. Праздник, веселый праздник на всей земле в Джадуге. Ассаламу алейкум, уважаемые хозяева, прославившиеся добрыми делами не только в Джадуге, но и по всей земле адыгов. Желаю великий князь видеть счастье своего сына, его доблесть и мужество. И пусть он будет любим матерью и отцом, и своей нарской саблей охраняет их покой и славную землю в Джадуге. И еще, пусть хоть изредка вспоминает нас, нашу прекрасную шапсугскую землю. Для меня он как родной сын, я никогда его не забуду. Буду рад всегда его видеть. Какой бы долгой ни была наша разлука. Восемнадцать лет назад, когда провожали на отлычество маленького Алкеса, этому были свидетели 7 человек со стороны князя Консава Джимусова и со стороны князя Нагва Шеветлукова. Перед тем, как увезти мальчика, свидетели обменялись башлыками. И теперь верните их друг другу
показав тем самым, что ваше свидетельское дело окончено. Тускан, наше почетное и важное дело закончилось добром. Мы рады, что сын великого княжества Вжедуки Алкес возвращается домой настоящим мужчиной, достойным своего отца и всего рода Хаджимуковых. Держись, Алкес. Надо сдержать волнение, показать свое княжеское мужское достоинство. А как это сделать, если тебе всего 18 лет? Если перед тобою отец, мать, которых ты, собственно говоря, не знаешь, даже не помнишь, и двор, и дом, и сотни людей, и небо, и дальние горы, теперь это твое навсегда. Пусть добрым будет ваш день, высокочтимый. Знаю, что думает сейчас великий князь Консав. Хорошо ли знает сын порядок? Не оплошает ли? Не опозорится ли? То, что другому человеку простится и забудется, сыну великого князя будут помнить всю жизнь. Кому он подойдет прежде всего? Неужели Нага не объяснил ему этого? Слава Аллаху! И как полагается, Алкес подошел сначала к Шерендуку, старейшему князю Бжедуги. А потом, миновав отца, будто не заметив его, стал приветствовать остальных князей, строго соблюдая старшинство. Теперь самое трудное, как подойдет он к отцу, не выкажет ли мальчишеской слабости. Нет, не выказал. О, сыновья, уважительно и по-княжески сдержанно. Сын мой, вот ты и дома. Не сегодня возник этот церемониал встречи, складывался веками. Недаром говорят, что сложило время, не сдвинешь рукой. Оно вечно, как сам народ. Да будет доволен вами Аллах, родовитый Шерендукови. Добро, сделанное вами, никогда не забудет наш древний род, и стократно ответит добром и любовью. Да будет доволен Аллах и вами, родовитые Наурзовы, Шикушевы и Абатовы, заботившиеся о нас и о нашем сыне. Дай Бог, чтобы ответили вам стократным добром. Милости просим, гости дорогие. Мой дом, ваш дом. Возвращение сына великого князя Бжедуги в отчий дом.